Ну а тем временем в центре Одессы снова обвал. На Деволановском спуске рухнул дом, жертв и пострадавших нет. Обрушение произошло в трехэтажном нежилом здании. Рухнула фасадная стена дома под номером 11. Когда-то здесь находились производственные помещения приборостроительного завода «Эпсилон». В 90-х предприятия закрыли, с тех пор здание пустует. Жители окрестных домов рассказывают, что его облюбовали бродяги. В ночь перед обрушением отсюда слышались крики и разборки. Сейчас вокруг дома завалы из кирпичей, их разбирают с помощью тяжелой техники. Проехать по спуску на автомобиле сейчас невозможно. Коммунальщики оценивают ситуацию с моста и от комментариев на камеру отказываются. На Деволановском спуске остаются десятки домов, которые находятся под угрозой обрушения. В некоторых из них до сих пор живут люди.